Приветствую всех, дорогие друзья, подписчики и зрители канала ProSkateShop. Меня зовут Сим Габриэль, я являюсь специалистом компании ProSkateShop. И сегодня у нас на обзоре трюковый самокат от компании Hype, модель H9. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Поехали! Итак, модель H9. Огромный стритовый комплит от компании Hype. Коробчатая дека с вырезом в центре, квадратные дропауты. Но давайте сейчас поговорим не об этом, а поговорим о грипсах данного самоката. А здесь они стоят точно такие же, как и на Hype S20. Кстати, если не смотрели на него обзор, сейчас всплывет подсказочка, обязательно посмотрите. Ширина их составляет 170 мм, они у нас очень и очень мягкие. На них имеются градации в 150, 160 и 170 мм. Это сделано для того, чтобы райдер мог обрезать их под удобную ему ширину. Баренды у нас здесь пластиковые, прорезиненные с фирменным логотипом компании Hype. Негабаритный хромолибденовый руль для райдеров, ценящих надежность в деталях. Увеличенный диаметр основной трубы с гидроформингом вместе сварки позволяет увеличить прочность соединения. Классическая Т-образная форма, диаметр руля 34,9 мм. Материал хромолибден с маркировкой 4130. Покрашен в синий глянцевый цвет, и хочется заметить, что покраска данного самоката очень и очень качественная. В 2021 году самокат стал еще лучше, получив систему компрессии SKS вместо HIG. SKS-компрессия самая тяжелая из всех представленных на рынке, но при этом нужно не забывать, что она самая прочная. Фиксирует компрессию массивный 4-болтовый алюминиевый хомут. Рулевая колонка данного самоката усилена, вращается на интегрированных промышленных подшипниках. Чего-то особенного про вилку данного самоката сказать не могу. Могу сказать, что она у нас моноблок, выполнена из алюминия с маркировкой 7005. Также у нее имеется небольшой вынос вперед. Самые популярные диаметры колес — это 100, 110 и 120 мм. Здесь стоят 120. Они дают отличный накат, а также хорошо сглаживают неровности плохого асфальта. И давайте не будем забывать, что здесь стоят колеса с амортизационным профилем. Дополняет это все диски Hollow Core из алюминия с маркировкой 6005 с термообработкой. Ну и, конечно же, подшипники ABEC-9. Ну теперь мы перешли к одной из самых интересных частей данного самоката. Это дека. Выполнена она у нас из алюминия с маркировкой 7003 с термообработкой. Шея данного самоката врезана в деку. Форма деки в разрезе прямоугольная. По центру имеется вырез для того, чтобы облегчить данную деку. Сзади стоит фендер, чтобы мы не сбили заднее колесо во время скольжения. Ну и, конечно же, прямые дропауты. Ну а теперь наша любимая рубрика «Произведи замер самоката». Ширина грипс 170 мм, ширина руля 600 мм, длина руля 690 мм, высота от пола 970 мм, длина деки 550 мм, ширина деки 140 мм и foot space равен 400 мм. Внушительный и бескомпромиссный стрит в его максимальном исполнении. Облегченная дека с вырезом и комфортными габаритами для скольжения. Колеса с амортизационным профилем, SKS-компрессия, классический хромолибденовый руль. На заднем колесе имеется фендер и прямые дропауты. Это все, что нужно для катания в стиле стрит. Данный самокат отлично подойдет для райдеров с ростом от 170 до 190 см. Ну а если ваш рост ниже 170, то мы с радостью и без проблем подпилим данный руль под ваш рост. Да, и еще. Если вам понравился данный самокат и вы хотите получить скидку, то сейчас вы видите промокод на 5% скидку только у нас в магазине. Но я думаю, это все на сегодня. Не забывайте подписаться на канал, поставьте лайк этому видео, и ссылочка на данный самокат будет в описании.